На момент игры у меня не было ни проекта, ни работы. Да, в жопе я была, если называть вещи своими именами. 3 месяца игры и получить результат – это правда здорово. Участие в игре очень сильно расширило мои границы. Я стал больше брать ответственность на себя. Я научилась ставить цели. Я понял, что важно – это просто начать действовать. Те стратегии, которые были даны во время игры, они останутся со мной и с членами моей команды на всю оставшуюся жизнь. Мне есть чем сравнить, я сам тренер. Это больше, чем просто о бизнесе, это о себе, о жизни. Такой возможности быстро разобраться со всеми затыками и выйти на новый уровень в рабочих результатах, в осознании себя, вы вряд ли искусственно создадите в своей жизни. Вы просто доверьтесь процессу, делайте, что нужно делать, и вы получите результат, во много превышающий ваши ожидания.